Гостиный двор – это комплекс торгово-офисно-выставочных помещений. В принципе, гостиный двор как таковой достаточно старое строение. Он был еще, первое упоминание о нем было еще в 1520 году, когда австрийский посланник посетил Московию. Но сейчас, как мы видим, что все это себя представляет, то есть по центру это торгово-выставочная площадь, проходят выставки различные, мероприятия. Ну а по бокам, в принципе, находятся различные офисные помещения. То есть в наше время уже в 2018 году, по-моему, сверху была нанесена светопрозрачная конструкция. То есть изначально здесь как бы была открытая площадь. Ну и назвать его уже торговым, скажем, особо не получится, потому что торговля есть здесь, есть как таковой торговли в классическом его понимании здесь уже нет, как мы видим на этом видео. То есть больше это, скажем, такое презентационное заведение, но с богатой историей.